Совсем скоро на телеканале ТВ-центр состоится премьера сериала «Улыбка смерти на устах». Это экранизация одноименного романа Анны и Сергея Литвиновых. По сюжету, со времени окончания последней истории про Машу Смирнову и Максима Каратова прошел почти год. Несмотря на то, что предложение Максимом руки и сердца так и осталось абстрактным предложением, Маша не теряет надежды, тем более, что времени грустить у нее нет, так как Маше пришлось заменить пресс-службе МВД, ушедшую в декрет Ирину. Теперь Маша и Максим берутся за расследование смерти руководителя, работавшего в крупной госкорпорации. К своим ролям вернутся Дарья Пармененкова, Павел Харланчук, Алекс Овцов, Кира Кауфман и другие. Премьера сериала «Улыбка смерти на устах» состоится уже в этом году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.